Да, вы опять подали прекрасный пример моим офицерам. Вице-адмирал Стуков сообщил мне о завершении миссии с пси-дисраптором, и мы можем приступать к следующему этапу нашей операции. Наступило время генерального наступления на главный мир Доминиона — Кархал. Как вы, вероятно, знаете из ваших исследований, капитан, Кархал был рассадником антифедеральных настроений годами. Конфедерация надеялась сдержать волнение на Кархале массивным ядерным ограждением. Хотя радиация на планете низкая, поверхность ее напоминает тлеющую пустыню. И так как Мэнкс уже спалил этот мир однажды, он может направить ядерное оружие и на нас без малейшего раскаяния. Мы обнаружили большой ядерный бункер на окраине Аугустграда. Если разрушить этот бункер, думаю, Мэнкс потеряет свои основные ядерные вооружения. Есть одно препятствие, капитан. Мы получили информацию, что Мэнкс ставит большое количество боевых крейсеров для защиты планеты. Можно обезвредить эти суда, разрушив физические лаборатории. Если они не будут работать, Мэнкс не сможет подключить системы питания своих крейсеров. Хотя мы и знаем, как решить эти проблемы. У нас нет времени на все сразу. Поэтому, капитан, вы должны выбрать либо ядерное оружие, либо крейсер. Как только вы займетесь этой операцией, мы сможем начать наше главное наступление на Аугустград. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир. Что же выбрать? Это сложная вариация, но я, наверное, возьмусь уничтожить ядерный бункер. Хотя, если подумать, у меня есть выбор, и посмотрим, чего будет проблем не уничтожить. От того и будем избавляться. Вот у нас здесь одна из баз. Полетаем, посмотрим. Что у нас здесь есть интересного? Победа за нами. Приказ понял. Победа за нами. Приказ понял. Так, вот здесь можно поставить экспанд, отлично. Приказ понял. Просто великолепно пока что. О, бункер. Значит, здесь есть противник. О, туретка. Ай, прям по заднице. О, марики, танки. Окей. Плохое место для того, чтобы поставить здесь бункер. Так, хорошо. Причем танки, кстати говоря, разложены. Что прям вообще не круто. Окей, верхушку мы чуть-чуть проверили. Давайте расставлять наших ребят. Что у нас здесь? Здесь у нас минералы сверху снизу получается. Давайте пролетимся еще раз сюда, дабы посмотреть более подробно, правильно я понял или нет. Да, минерал действительно сверху снизу, есть газ. В этом плане все отлично. Так, только надо определиться опять-таки. Ай-яй-яй-яй, нет, прощай, прости, пока. Окей. Вот так вот мы и теряем наших юнитов. Ладно. Естественно, у нас еще нет раскладки для танков. Но окей. Кстати говоря, друг мой милый, построй мне, пожалуйста, заводец по добыче виспена. Мне бы это, честно говоря, пригодилось. И у меня здесь есть второй.
второй пилотец, который может допроверить все то, что не проверил первый. Воу! Воу! Больно! Это больно. Я скоро. Сейчас проверю. На секунду, Маринусов. Я скоро. Приказ понял. Огнеметчик? Серьезно? Ха-ха-ха. Выполняю. Огнеметчики не ожидали такого наглого нападения. Ладно. На самом деле наглого нападения здесь никакого не было, естественно. Беспила нам, конечно же, не хватает. Сейчас мы будем потихонечку его как-нибудь добывать всеми известными нам способами. Ну, Марики пока хилятся нашими замечательными принцессами добра, которые испускают лучи. Так. Это называется «А вот хрен тебе, друг мой». Ладно, давайте оставим здесь наш стелс-корабль. И займемся чем-нибудь более логичным. Переставим чуть-чуть в бок. Так. Дайте я кого-нибудь пристрелю. Угу. Ну что ж, давайте делать отряды. Все-таки надо как-то работать. Так, знаете, давайте одного отправим. Один пусть построит нам сверху вот здесь вот бункер. На случай какой-нибудь атаки, например. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Загрузим туда наших мариков. А здесь, тем не менее, закажем раскладку для танков. Отлично. Пока все идет по плану. Бункер, я надеюсь, достроен. Работа выполнена. Так. Где у меня здесь? Давайте просканируем вот эту местность. Агасики. Агасики. А вот здесь что у нас? Агасики. И ничего хорошего, в общем-то говоря. Ладно, мы уничтожаем либо синих, либо красных. Красных уничтожить, по-моему, проще. Но я не помню, что из них является ракетами, а что из них является воздухом. И там много антивоздуха. Воу-воу-воу-воу-воу, рабочего-то за что? Да как вы посмели? Гады. Нападает на наших мариков, которые еще не окрепли, не оперились, можно сказать. Сиви говорит, готов. Где он? Где Сиви, который готов? Почему я его не вижу? Ну окей. Может, мне кто-нибудь заплатит? Ладно, оставим здесь пока что нашего друга. Поставим где-нибудь вот здесь один танк. Чисто для внешней обороны на данный момент. И, по-моему, мы можем изучить что-то полезное для наших ребят. Ну, вот СТВ-шка, которая наконец-то готова. Я вроде бы попросил кого-то построить мне бункер. Его построили. А, ну да, его же построили. Вот, теперь мне нужна ЦЦ-шка. Поэтому, окей. Как говорится... Больше ресурсных депо? Да пожалуйста. Главное, поменьше мне об этом кричите, дорогие мои друзья. Так, первое депо строится, второе строится.
Замечательно. Где болит? Требуется врачебная помощь. Где болит? Порядок. Так. Не сомневаюсь. Увеличивает дальность атаки. Замечательно. Строится по марикам. Здесь сейчас будет все готово. Тут же мы тут же, говорю, отправляем строить следующую. И посылаем добычу минералов. Почему нет? Что я хочу? Я хочу перелететь вот сюда, вот одним из командных центров, естественно, вот этим, который будет новый, свеженький. И мне нужен научный центр для установки научного центра. Мне потребуется установить воздух. Ну, то есть тут как бы без вариантов. Поэтому давайте этим займемся. ЦТ-шка у нас достроилась. Работа выполнена. Я кого-нибудь пристрелю. И остается надеяться на то, что нашу ЦТ-шечку не пристрелят при вхождении. Оу! Два охреневшие ребята. Весело. Очень весело. Вот это было неожиданно на самом деле. Ладно, будем понаглее. Установим танки вот здесь, дабы встречать вот таких вот наглецов. Ни хрена себе, так решил меня чуть-чуть моих юнитов. Один Марик расправился со столькими профессионалами. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Требуется врачебная помощь. Уходу. Рок-н-ролл. Ну что ж. Раз нам нужно больше медиков, значит нужно заказать больше медиков без проблем. Если головка болит, я тут как тут. Ну вы поняли. Ладно. Только скажи. На столь наглых ребят надо сделать столь наглые ответы. Насколько это вообще, в принципе, возможно. Что, отсюда марики идут? Но они как-то умирают. В принципе. Это сверху или снизу? Тем временем мы здесь можем продолжить добычу чего-либо. Почему бы нет? И заодно я хочу посмотреть, что здесь есть еще интересного. Ага. 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 Он оно чё. Ну ладно, добыча газа, так добыча газа, почему нет? Поставим танчик. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Я пошел. Так, я не думаю, что она одна справится. Это всего лишь моя... Надо либо подстроить еще, либо установить дополнительное обеспечение в виде еще большего количества медиков. Итак, мои дорогие друзья, давайте с вами как-нибудь возвращаться, раскладываться, не знаю, делать что-нибудь полезное, уничтожать их заводы,
Почему бы нет? Ах, они гады в инвизе. Гребаные инвизники. Кстати говоря, я совсем забыл. Я же могу сделать вот так. Замечательно. В итоге малая горстка танков умудрилась сделать то, что не сделала пехота. Круто, не правда ли? Ну да ладно, что я хотел здесь сделать? Улучшить, естественно, пехоту. Улучшить, естественно, танки в данном случае. Поставить здесь еще один заводец. Построить детектор? Кстати говоря. Пусть он клепает, тратит ресурсы, мы пока поддержим в атаку. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, а ну-ка убей этих гадов двух. Бегом, 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 бегом. Медики! Уничтожьте все это дело. Ха. Тем временем сюда прошло таки несколько танков. Перекладываемся чуточку. Спускаемся пониже. И продолжаем, собственно, сделать подобные вещи, как танки. Это очень помогает. Почему бы нет? Клепать побольше танков — это наша единственная забота на данный момент. А клепать побольше маринов — это вторая наша единственная забота. Я не хотел отрывать большие... танки, пусть они там держат в осаде. Нет, не то. Где-то так, по-моему. Бам-бам-бам. У нас постоянно идут какие-нибудь марины, еще кто-нибудь. Главное, что у нас есть детектор. Замечательно, не правда ли? А, давайте сделаем детектор и сюда. Работа выполнена. Почему бы нет? Ты действительно, чувак, самый лучший. Ты убил четверых и выжил еще. Это ж ого-го, что стоит. Ладно. Сворачиваемся. Спускаемся. Да, сэр. Это как раз по мне. Да, сэр. Дайте мне цель. И разворачиваемся. Замечательно. Принимаю. Работа выполнена. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю.
кто-нибудь, кто будет следить за ним. Так, короче, идите, поставьте здесь уже турели, достало. Марик, добей, ну, серьезно? Марик, как так? Не стреляй в Марика, ты не видишь Марика. То у Марика не существует. Работа выполнена. Да сколько у вас там может быть-то, ё-моё. Вот это крыса. Лечи сама себя. Отлично. Ладно. Вообще, так как это дело меня довольно сильно напрягает, надо бы мне с двух сторон закатить вот сюда. Как-то так. Глянем. Слушаю. Принимаю сообщение. Приветствую, командир. Так кто там вообще стреляет по ним, непонятно. Я все вижу. Дайте мне цель. Куда едем? Не сомневаюсь. Отлично. Пересаживаемся сюда куда-нибудь поближе. Слушаю. Принимаюсь. А, приветствую, командир. О, замечательно. Да, сэр. Дайте мне... Как все качественно и хорошо работает. Ядерная шахта. Короче, мы решим их не воздуха, прекрасно, а ядерок. Следующая... Ну, покатились. Ну окей, фигли, у нас не такой уж и большой выбор. Принимаю сообщение. Вас понял. Слушаю. А, приветствую, командир. Принимаю сообщение. Хорошая работа. Покатились. Теперь нам не нужно думать о ядерном оружии во время осады Мэнска. Принимаю сообщение. Ну вот, теперь у нас не будет ядерок. В принципе, да. Ты так... Довольно неплохо, ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока.